Сейчас такое время, когда ваша безграничность то и дело сама проявляет себя, даже если вы об этом не просите. Иногда вы испытываете такие эмоции, о которых никогда не подозревали раньше. Иногда вы испытываете такой восторг и такое наслаждение жизнью, что это вас удивляет. Но иногда вы проваливаетесь в такую глубину тьмы, о которой не знали прежде. С вами все в порядке. Эта амплитуда – показатель вашей безграничности. За все время ваших воплощений вы научились взлетать безгранично вверх и падать безгранично вниз. Примите это как то, что есть, и не пугайтесь. Это пройдет. Таким образом идет познание вами самих себя. И таким образом идет ваше уравновешивание. Зная свою безграничность, вы можете осознанно обрести мудрость и свет и выбрать для себя точку равновесия. Вы же знаете, что достигая крайних точек взлетов и падений, вы все равно возвращаетесь в ровный, спокойный настрой. Вы чувствуете это равновесие. И вы знаете, что тьма не может удерживать вас надолго. Вы все равно возвращаетесь в свет, так как свет является вашей истинной сутью. Помните об этом во время ваших провалов во тьму. Говорите себе, что так дает о себе знать ваша безграничность. Напоминайте себе, что это пройдет, и вы снова вернетесь к свету. Это путь, который вы выбрали. Вы познали самые глубины тьмы, а значит, вам доступны бесконечные вершины света. Вам еще трудно бывает понять некоторые аспекты вашей безграничности. Кое-что с трудом укладывается в трехмерное человеческое сознание. Но ваше сознание уже не трехмерное. Вас ждут удивительные времена. Играйте роль человека на земле, но внутренне выходите из своей человеческой отождествленности. Восстанавливайте свою природу света. У каждого из вас есть световое тело помимо физического. В световом теле вы путешествуете в пространстве и времени и становитесь едины с мирозданием.